На просвет видны водяной знак, линия защиты. При наклоне она полностью видна сплошной одной полосой. Водяные знаки, микроперфорация, кип-эффект и специальные метки. Проверить содержимое своего кошелька на подлинность сможет каждый и без специального оборудования. Достаточно знать, на что обращать внимание. Эти и многие другие банковские технологии были представлены в рамках Дня открытых дверей. Мы хотим познакомить наших сочинцев, жителей края с мегарегулятором финансового рынка. Какие современные средства платежа применяются, о безопасном покупках в интернете, о том, как обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества. Желающие могут прослушать лекции на разные финансовые темы. Всероссийский день открытых дверей во всех отделениях Банка России прошел в четвертый раз, а в Сочи здание, построенное в 1912 году как казначейство, впервые открыло свои двери для посетителей. С прежних времен сохранились только балконы, и то не обошлось без реконструкции. В подвалы, где хранятся деньги, естественно, никого не пустили. Но на первом этаже гости могли ознакомиться с сайтом по финансовому просвещению. Портал рассчитан на широкую аудиторию с разным уровнем знания экономики и разными финансовыми возможностями. А в процессе деловых игр можно было узнать, как рассчитать личную инфляцию с помощью мобильного приложения, ознакомиться с биометрией и коллекцией памятных монет. Но особенно привлекательным для сочинцев стал реквизит инкассаторской службы. Посидеть за рулем инкассаторской машины – такая возможность предоставляется довольно-таки редко, но в день открытых дверей это можно было сделать. Кроме того, одеть специальную экипировку – 2-килограммовый шлем и 8-килограммовый бронежилет. Когда на тебе 10 килограммов – это довольно-таки тяжелая ноша, при этом нужно думать о сохранности денег, которые ты перевозишь. Но здесь, конечно же, все деньги были не настоящими. В реальности работа инкассаторской службы очень сложная и ответственная, и там уж точно не до селфи с деньгами. Сюда, как говорится, просто с улицы людей не берут, то есть они проходят специальную подготовку, специальное обучение для того, чтобы работать в инкассации. Ответственность это очень большая, потому что у тебя ценности, у тебя оружие, они психологически должны быть готовы ко всем ситуациям, то есть, как говорится, крутить головой на 360 градусов, смотреть, чтобы где-то, как говорится, не попасть в неприятную ситуацию. Для любителей оригинальных селфи был и большой денежный мешок. Из настоящего только название. С фейковыми банкнотами играли и дети. Они участвовали в викторинах и разгадывали ребусы, чтобы потом во взрослой жизни находить правильные ответы на финансовые вопросы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.